уже доехали до дачи. Это первый пляж, на котором мы остановились. Чуть позже с вами отправимся на Кыскуму. И далее Турунч, и так далее на самые классные, красивые места Мармариса. Ну а сейчас я буду купаться наконец-то, потому что сегодня утром в Мармарисе я не купалась. А здесь очень красивый пляж. Вода чистая и пляж мелкая галька, не песок. Он так и называется Ташлык пляжи. Именно каменный пляж. В Датче также есть вот такая вот небольшая набережная. Мы уже искупались и отправляемся на другой пляж. Здесь очень тихо, спокойно. В общем, для спокойного отдыха очень классное место. Пляж галечный, волн нет. Уютно и хорошо. Чтобы посетить пляж аквариум, вот такой вот голубой, или Каргы, Армутлусу, Инджибурун, Инджирлиин, то нужно отправляться на яхте. На своей или с туром. И тогда вы увидите все-все красоты Датчи. Также в Датчи есть район, где расположено большое количество старинных старых домов. Этот район так и называется Старые дома Датчи. И здесь также есть кафе, рестораны, ну и, конечно же, многочисленные отели. Вот так вот они красиво оформлены. Много-много здесь улочек, можно очень долго гулять, смотреть. Ну и, конечно же, фотографироваться или просто отдыхать. Как я уже сказала, дача нам очень понравилась своей вот такой вот размеренностью. Видите, старый дом, в котором расположен вот такой вот красивый магазин продуктами местного производства. Вот, например, один из ресторанов. Дома здесь есть просто каменные, не покрытые известью, а есть дома, как раз покрытые известью. И вот такие вот улочки идут вдоль. А еще прямо на дороге мы встретили вот таких вот диких ослов. Но они уже настолько... Они на самом деле дикие. Живут сами по себе в природе. Но не боятся людей, потому что... Люди их подкармливают. Вот такие вот красавчики.
сейчас, друзья, мы приехали на очень удивительный пляж, называется Кыс-Куму или Девичий песок. И посмотрите, за мной вы видите, люди идут по морю. Так вот, здесь посреди вот этого вот заливчика есть такая коса, по которой 600 метров можно идти с этой стороны на другую. Конечно же, справа-слева глубоко, а по этой косе можно идти и пройти целых 600 метров. В общем, будем сейчас здесь плавать. Вот такое вот удивительное место здесь, друзья. А мы отправляемся дальше. Знаете куда? На пляж Турунч. И далее Ичмелер. И обратно в Мармарис. В общем, путешествие у нас сегодня просто потрясающее. По дороге в Турунч мы заехали на водопад, называется Тургут Шилалеси. Вот такой вот здесь природный заповедник. Очень красивое место. И, кстати, здесь тоже многие купаются. Напомнил мне немного наш Аланийский каньон Сападере. Здесь растет очень много красивых деревьев. И посмотрите, какое необычное дерево. Природа, конечно, потрясающая. Сейчас мы едем в местечко под названием Турунч и проезжаем многочисленные деревни. Здесь, друзья, занимаются медом и производят самый вкусный сосновый мед. Практически у всех есть пасеки. Ну, по крайней мере, по дороге мы заметили очень-очень много пасек и мест, где местные жители продают мед, который сами и производят. Также здесь растут оливки, мандарины, различные цитрусовые. Ну, это основные производства, которые здесь есть, вот именно в деревнях. Ну и, конечно же, туризм, небольшие отельчики, пансионы на берегу моря. Сейчас мы едем в одно из самых, скажем так, тайных мест, которые знают только местные. Посмотрим, что там сейчас происходит, потому что Айхан был там лет 15 назад и говорит, что там очень красиво и очень хороший, красивый пляж. Так вот выглядит это красивое место, друзья. Называется это место Турунч, недалеко от Мармариса, в 22 километрах. Что вам напоминает? Напоминает немного Алании, правда? Но уже вечер, уже 6 часов, поэтому немного прохладно. И купаться мы здесь не будем, а приехали полюбоваться вот этой красотой.
Вот такая вот здесь красивая набережная с ресторанами и пляжем. Потрясающий вид на море, на горы. И не влажно, очень комфортная температура. В общем, отдых для тех, кто любит тишину, покой, спокойствие. В общем, ну очень красивое место, мне очень понравилось. Турунч – это очень маленький пригородный город. И вот то, что вы видите, покажу вам. Вот это вот, в принципе, и весь городок, небольшой пляж, отели, магазинчики, рестораны. Но мне очень-очень понравилось. Для отдыха, мне кажется, тоже очень классное такое компактное место. Можно еще отправиться, конечно же, на яхте вокруг полуострова, на райский остров, посетить разные лагуны. Ой, хорошо. В общем, очень хорошо. Впечатлений мы набрались, конечно, на всю оставшуюся жизнь. Ичмелер – это также небольшой приморский поселок, который находится буквально в 12 километрах от Мармариса. Я здесь первый раз, поэтому смотрю его вместе с вами. Сейчас уже солнце практически зашло, и мы отправляемся встречать закат на пляж Ичмелера. Сейчас проедем по городу, также покажу вам то, что увижу сама. Сейчас мы находимся в самом центре города. Здесь тоже многочисленные отели, бары, магазины и, конечно же, велосипедная дорожка. Очень хорошо оформленная, так что машины на ней не паркуются. И, судя по ней, она используется достаточно активно. Это здорово. И мы направляемся с вами в сторону пляжа. Вот здесь продолжение велосипедной дорожки. Посмотрите, идет через парк, между деревьями. Очень красиво. Напишите обязательно в комментариях, кто отдыхал в Мармарисе, Ичмелер, Турунч. Какие места вам нравятся и где вы любите отдыхать. Этот поселок также расположен среди гор, поэтому здесь такая уютная атмосфера. И небольшие, совершенно такие небольшие апарт-отели или, ну, обычные отели. И пока солнце совсем не зашло, спешу на пляж, чтобы его вам показать. Как мы видим, здесь тоже такая бухта. Стоят лежаки, зонтики, набережная, прогулочная пешеходная зона. И зоны отдыха. Вот так вот выглядит набережная здесь. Если говорить о пляже, то на пляже мелкий песок и тоже напоминает немного Аланию. Но очень красиво. Здесь мне действительно нравится, потому что широкий пляж, есть место и полежать, и походить, и поплавать. И, как мы видим, волн здесь практически нет. Но на самом деле вода здесь немного холоднее, чем в Алании или в Анталии. Мы приехали достаточно поздно, сейчас уже 7 часов вечера, прохладно, поэтому на пляже, естественно, никого нет. Последние люди уходят, отдыхающие из отелей, скорее всего, отправляются на ужин. Ну а те, кто в отелях по системе Bed and Breakfast,
те, конечно же, отправляются в многочисленные рестораны. Все, друзья, на этом мы заканчиваем этот день. Прекрасное путешествие мы сегодня совершили по Мармарицу и закончили его на одном из самых красивых пляжей этого региона, в Ичмелер. Набережная здесь тоже достаточно широкая. Есть специальная дорожка для велосипедистов и многочисленные рестораны, откуда доносятся запахи жареной рыбы. Мы тоже, кстати, очень проголодались, но сейчас мы обратно едем в Мармарис, ехать примерно 10 километров до нашего отеля. Быстро переодеваемся, потому что мы целый день купались в море, и идем тоже ужинать чем-нибудь вкусным. Как понять, где находится городской пляж? Если на пляже стоят шезлонги и зонтики, это, скорее всего, какой-то частный пляж, отельный или пляж, принадлежащий какому-то пляжному бару. А если на пляже нет зонтиков и шезлонгов, то это, скорее всего, пляж муниципальный, где можно приходить, куда можно приходить со своими полотенцами, зонтиками и отдыхать. Также здесь есть морское такси до Мармариса. Видите, также есть такси, морское такси в Турунч, Амос, Кумлубюк. И отправляются они либо раз в час, либо раз в полчаса. Очень, кстати, хороший сервис. Удобно. Ну и отсюда тоже вот с этой вот набережной отходят прогулочные яхты, на которых можно исследовать близлежащие бухты, пляжи, пещеры и так далее. Дорогие друзья, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Мы совершили просто потрясающее путешествие с нами. Обязательно подписывайтесь на наш канал, смотрите ссылки на бронирование отелей, билетов и туров в Турцию со скидками в описании к этому видео. Ну и, конечно же, обязательно приезжайте в Турцию и путешествуйте. На сегодня мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Мы устали. Едем дальше в Мармарис и встретимся в следующем видео. Всем пока-пока.